танцы, залы, кино и аплодисменты. Оренбургские залы покажут новинки российского и зарубежного кинематографа на последней летней неделе. Фестиваль традиционно открыл парад актеров, режиссеров, членов жюри и просто гостей кинофестиваля на красной дорожке. По конкурсной программе заявлено 10 кинокартин производства разных стран, в том числе России, Индии, Южной Кореи, Казахстана и США. Одним из почетных гостей кинофестиваля в этом году стал народный артист России Сергей Маковецкий. Подумаешь, звание, подумаешь, награды, подумаешь, ордена. Ну что они дают? Хочется этим людям ответить. Ничего. Третий глаз на лбу не появляется. Таланта, к сожалению, тоже не прибавляется. Но, черт возьми, подряд. Спасибо вам за этот заряд бодрости. Спасибо. Первая песня называется «Ночной дозор». В этом году фестиваль участвует в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», поэтому вход на показы и главные события будет бесплатным. Для просмотра фильма нужно только зарегистрироваться на мероприятие. Свыше 100 фильмов увидят оренбуржцы абсолютно бесплатно. И уже 4000 человек воспользовались этой возможностью и уже зарезервировали себе билеты. Обогатиться лучшими фильмами современности. Я желаю вам, наверное, в этих фильмах даже открывать себя самих новых. Ты что, не слышала, что я сказал? Я не буду ни с кем говорить. Махмуд, талия, шестая палата, у него перевязка второй день стоит. В этом году кинофестиваль расширил количество своих площадок. Кинокартины также будут показаны в Бузулукском районе и Соль-Илецке. Расписание сеансов можно узнать на сайте Министерства культуры региона.